Всем привет, вы попали на канал Hard Reset Info, и в этом видео я расскажу вам свое мнение, это будет небольшой обзор на наушники AKG-Y500. Итак, что я могу по поводу данных наушников сказать? Я могу сказать сразу же, что они стоят $52, что довольно дешево на самом-то деле. Что я могу сказать? Нет, давайте для начала все-таки пройдемся по внешнему виду, потому что я сейчас все испорчу своим личным мнением. Так, вообще выглядят они нормально, относительно нормально. Здесь у нас сверху надпись AKG, такая матовая поверхность. Снизу у нас подушечки с надписью Y500 Wireless. Далее такие два регулятора, которые с внешней стороны выглядят вот так, а с внутренней черненькие. Я не понимаю, зачем так сделали, лучше бы сделали наоборот. С этой стороны равным счетом то же самое, тоже непонятно зачем. С этой стороны у нас такая матовая поверхность, здесь тоже, короче, с этой стороны все стандартно, потом такой переход в глянец, тоже непонятно зачем, и дальше снова матовая поверхность, и сами наушники. Так, здесь у нас такая серебристая окантовочка, надпись AKG, и немного что-то где-то мы уже успели запачкаться. Вот, и с этой стороны у нас равным счетом то же самое. Далее, что у нас по кнопочкам и по всей вот этой штуковине? Итак, что я могу сказать сразу? На этом наушнике, то есть на левом наушнике у нас тумблер по повышению и понижению громкости. Вот так он работает, тумблер именно. Далее у нас кнопочка Play Pause и вход под мини-джек. С одним небольшим индикатором, я так полагаю. А далее на этом наушнике у нас кнопочка, точнее тумблер тоже питания, который вот так вот выключается, так включается, точнее наоборот. Кнопочка действия, то есть вызова голосового помощника и разъем микро. USB вместе с тоже индикатором. Я не понимаю, почему здесь микро-USB, хотя догадываюсь, что наушники не новые, потому что, во-первых, да, цена, во-вторых, давайте посмотрим теперь на эту сторону. То есть вы видите, да, как они сделали сами, не знаю даже, как это назвать, ту часть, которая соприкасается с самим ухом. То есть оно не обволакивает ухо со стороны, а просто упирается на него. Я даже делал фотографию. Вот. Потому что оно выглядит, типа, странновато, как по мне. Ну, в принципе, выглядит относительно нормально. Но из-за того, что оно вот так прям насаживается, это странно не то, что... Ладно, это выглядит, видимо, более-менее нормально, но просто суть в другом. Суть в том, что оно ощущается крайне странно, потому что у вас просто реально что-то давит постоянно вот так вот на уши, и это не прикольно. А что еще могу сказать? Здесь Bluetooth 4.2, что тоже, не знаю, немного странно. Хотя это нормально. Жаль, что не 5.0, наверное. Хотя зачем ему 5.0? Ну да, это ж нормально, короче. И далее, заряжаются они за 2,5 часа и держат заряд 33 часа. Это очень много, это круто, и за это респект. Но давайте обсудим самое важное, это звук. Когда я делал их, я был в шоке, потому что я думал, что они реально сломались. Ну, короче, суть в том, что громкости у них вообще не хватает. У них нет никакого там шумоподавления или чего-то в этом духе. Но громкости у них тупо не хватает. То есть я все слышу, во-первых. То есть, когда включаю музыку, включаю на максимум, реально на максимум. Я, во-первых, слышу все снаружи. Также. И в то же время, ну, музыку я слышу. Ну, то есть, вообще не громко. Я не чувствую мощи. Вот, и ладно бы, окей, она была не громкой, но за счет этого там ничего не перегружалось, и был бы очень качественный звук, но нет. Тут низких не хватает, высоких не хватает, средние нормальные, но низких, высоких просто не хватает, вот реально. Особенно низких я вообще не чувствовал в тех треках, в которых чувствовал всегда, в них не чувствовал. Высокие здесь... Высокие здесь никак не выделяются, низких... Вы не чувствуете ни глубины, ни какого-то жесткого такого удара. То есть звук мне вообще не понравился, с учетом того, что он еще и тихий. То есть какой-то бред. Честно, я не понял вообще смысла этих наушников даже за $50. Хотя $50, я сейчас быстренько проверю, сколько это на моей валюте, чтобы понять точно, брал бы я себе такие или нет. И могу точно сказать, что за такие деньги я бы такие точно нет, не взял бы. У меня есть уже варианты, что за такие деньги можно взять, но, короче, мой вердикт. Бессмысленные наушники, бессмысленная покупка. Я буду ждать комментариев, если вдруг у вас такие наушники, простите, что это говорю, но, как по мне, это чисто мое мнение. Вот, поэтому, если у вас такие наушники, пишите свое мнение насчет наушников. Вот, и если же... Вас просто интересуют другие видео, смотрите их у нас на канале Hard Reset, ставьте лайки, подписывайтесь на канал.
И, собственно, на этом все. Я бы не брал такие наушники. Всем пока.